Здравствуйте! Мы приступаем к шестой лекции по теме «Послание апостола Павла из темницы». Сегодня мы будем изучать послание Ефесянам, начиная с 25 стиха 4 главы. Пятый пункт. Восполняйте нужды друг друга. Стихи с 25 по 32. Прочтем 25 стих. «Посему, отвергнув ложь, говорите истинной каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Здесь сказано «отвергнув ложь». Верующему человеку не пристало лгать. Человек может обмануть других один или два раза, но в конце концов его ложь будет обнаружена. Когда человека уличают во лжи, его словам перестают верить, даже если он говорит правду. Верующий человек должен быть правдивым и иметь чистую совесть. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 44 стихе, сказано, что лжецы являются детьми дьявола. Верующие являются членами одного тела. Может ли один член тела лгать другому? Если мы повредим один палец, то страдает все наше тело. Церковь – это единое тело, и поэтому члены тела не должны лгать друг другу. Мы должны друг другу помогать и быть честными по отношению друг к другу. Тогда мы сможем оказывать помощь и поддержку в трудностях братьям своим. И когда нам понадобится помощь, другие верующие помогут нам. Любая работа может быть легко и качественно сделана, если люди говорят и поступают друг с другом искренне и честно. Однажды человек подошел к пастору Ли Кисану и спросил его, что наиболее важно в христианстве. Пастор ответил ему, быть честным. И тогда этот человек снова спросил его, какова вторая по значению важная вещь в христианстве. Пастор Ли снова ответил ему, быть честным. На свой третий вопрос этот человек получил от пастора тот же самый ответ – быть честным. Даже люди мира сего доверяют свои важные дела только порядочным и честным людям. И Бог доверяет важные дела честным и порядочным людям. Стих 26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Сказано «гневаясь, не согрешайте». Верующий человек не должен согрешать во гневе. В Писании сказано, что гнев человеческий не творит правды Божьей. И все же мы всего лишь люди и иногда не можем удержаться от гнева. Поэтому важно, чтобы во гневе мы не согрешали. Что бы мы ни сделали в состоянии гнева, это будет ошибкой. Нам следует действовать, руководствуясь Божьим Словом, а не собственным гневом. Время от времени мы поддаемся искушениям сатаны и приходим в ярость.
Когда мы начинаем изливать свою ярость, мы проигрываем дьяволу. Далее в стихе сказано: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Если мы не разбираемся со своим гневом вовремя, то он накапливается и растет в наших сердцах. Все может начаться с того, что мы просто огорчились из-за какой-то ситуации. Затем мы вспоминаем и размышляем о происшедшем, гнев нарастает, и мы можем совершить серьезную ошибку. Поэтому нам следует разбираться со своим гневом до того, как сядет солнце. Мы можем избавиться от гнева с помощью молитвы. Нам поможет размышление о терпении, прощении и любви Иисуса к таким же людям, как мы. Тогда мы сможем любить других людей и проявлять к ним сострадание. Стих 27. «И не давайте места дьяволу». Когда мы гневаемся, дьявол может использовать это, пробуждая в нас ярость и ведя нас ко греху. Сатана старается довести нас до падения при любой возможности. Когда мы гневаемся, сатана старается сделать все, чтобы мы впали в грех. Стих 28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Этот стих учит нас не красть, а также учит работать своими руками и делиться с нуждающимися. Мы не должны красть. Отнимая что-то силой, обманывая и не выполняя обещанного ради собственной выгоды, или не отдавая Богу то, что Ему принадлежит, мы грешим. В книге Малахия, 3 главе, 8 стихе сказано, что когда мы не отдаем десятину, мы обкрадываем Бога. День Господень принадлежит Богу. Когда мы не отдаем Ему того, что должны, это считается воровством. Если мы берем то, что не принадлежит нам, мы воруем. Мы являемся Божьими управителями. Нам следует верно исполнять свои обязанности. Но если управитель начинает небрежно относиться к Божьему имуществу, распоряжаясь им как своим собственным, он становится неверным управителем. Нам следует усердно заботиться о том, что принадлежит Богу, и должным образом исполнять обязанности управителя. Мы должны использовать вещи в соответствии с Божьей волей. Стих 29. «Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Для того, чтобы назидать людей своими словами, верующие не должны пустословить и сквернословить. Мы должны говорить лишь добрые слова, которые пойдут на пользу слушающим нас людям. Если человек использует нечестивую, грязную речь, он и сам становится нечистым. Такой человек не может созидать церковь. Он заслоняет собой Божью славу. Верующие всегда должны говорить только добрые и святые слова. Наши слова должны поднимать и назидать людей. Даже если то, что мы собираемся сказать, является правдой, но услышанное не принесет пользы слушателям, нам лучше помолчать. Принесет ли сказанное славу Богу? Принесет ли сказанное пользу слушающим?
Хорошо ли то, что я собираюсь сказать? Нам следует задавать себе эти вопросы, прежде чем что-либо говорить. Нам нужно быть осмотрительными в наших речах. Стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Ложь, гнев, воровство и неподобающие разговоры – все это препятствует созиданию Церкви. Кроме того, подобные вещи огорчают Святого Духа и являются грехом. Мы были запечатлены Духом Святым. Мы были рождены свыше от Слова Божьего и Духа Святого. Нам дана печать Духа Святого. Вера в Божье Слово является доказательством того, что мы запечатлены Духом Святым. Давайте не будем его огорчать. Стих 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от нас». Нам следует избавляться от раздражительности, злоречия и злобы. Каждый из нас расположен ко злу. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и злоба должны быть от нас удалены. Нам следует избавляться от греховного желания причинять людям вред. Если мы хотим, чтобы Бог использовал нас, нам необходимо удаляться от всякого зла. Стих 32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Верующие должны быть сострадательными друг ко другу. Нам следует быть добрыми и любящими. Нужно научиться проявлять сострадание к людям. Мы должны любить не только тех, кто добр к нам, но и тех, кто поступает по отношению к нам плохо. Нам следует прощать друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Мы грешники, не заслуживающие прощения, но Бог в Своей любви простил нам все наши грехи в Иисусе Христе. Когда мы осознаем величие Божьей любви и прощения, мы обретаем способность прощать других людей так же, как Христос простил и нас. Мы продолжаем лекцию и приступаем к изучению 5 главы послания Ефесянам. Эта глава называется «Любовь». Первое. Живите в любви. Стихи с 1 по 7. Второе. Живите во свете. Стихи с 8 по 14. Третье. Поступайте мудро. Стихи с 15 по 21. Четвертое. Учение для жен и мужей. Стихи с 22 по 33. Эта глава учит нас жить в любви, ходить во свете и поступать мудро. Первое. Живите в любви. Стихи с 1 по 7. Прочтем первый стих. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Мы должны подражать Богу, будучи Его возлюбленными детьми. Бог любит нас. Мы являемся объектом Его безусловной любви. Мы стали Его чадами.
И теперь нам следует подражать Богу. Родители растят своих детей в любви. Когда дети возрастают в атмосфере любви, они начинают поступать так же, как поступали их родители. Бог возлюбил нас, и мы должны подражать Ему, следуя Его примеру. Это место Писания учит нас любить. Стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». В первом стихе сказано, чтобы мы подражали Богу, а это означает, что мы должны подражать Христу. Отличительной чертой Христа всегда была любовь, и мы должны отражать эту черту Господа в своей жизни. Мы приняли Божью любовь и можем жить, даря ее окружающим. Любовь изливается из нас, потому что мы сами наполнены Божьей любовью. Верующие должны любить друг друга, живя в атмосфере любви. Мы прочли, что Христос предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. И мы тоже, подобно Христу, отдаем себя Богу в живую жертву. Мы принадлежим Богу и должны предоставить себя Ему. Христианство призывает нас прощать и быть жертвенными ради спасения людей. Мы прочли, что Христос отдал Себя в жертву Богу, как благоухание приятное. Во времена Ветхого Завета люди приносили Богу в жертву за свои грехи кровь волов и овец. Эти жертвы являются прообразом пролитой на кресте крови Христа в искупление за наши грехи. Верующие всегда должны поступать, руководствуясь любовью. Мы должны учиться жертвенности Христа. Нам следует быть верными Богу, каждому на своем месте, подобно тому, как Иисус был верен. После страданий и смерти на кресте Его ожидало славное воскресение. Если мы готовы жертвовать, как жертвовал Иисус, нас ожидает жизнь, полная славы. Нам следует возвышать праведность и быть послушными Божьему призыву, нести людям весть о спасении. Иисус любил нас жертвенной любовью и умер за нас, будучи послушен Божьей воле, и нам нужно подражать Христу. Стих 3. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым». Этот стих учит нас тому, как стать похожими на Христа. Здесь сказано, что блуду, сексуальной нечистоте и алчности нет места в нашей жизни. Нам следует удаляться от всякого зла и нечистоты. Мы должны избавляться от алчности и эгоизма. Стих 4. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Здесь сказано о греховных поступках. Сквернословие, пустословие
и смехотворство неприличны для верующих. Напротив, нам следует постоянно говорить слова благодарности. Стих 5. «Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». В послании Колоссянам 3 главе 5 стихе сказано, что любостяжание является идолопоклонством. Алчный человек не способен видеть Бога. Ослепленный алчностью и материализмом человек не может поклоняться Богу. Бог для такого человека непостижим. Ведь написано, что не хлебом единым жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Мы сможем служить Богу, только если избавимся от алчности. Также здесь говорится, что такие люди не могут иметь наследия в Царстве Божьем. Это значит, что люди, которые не избраны Богом, отправятся в ад. Как эта мысль применима в отношении верующих? Если верующий ведет аморальный образ жизни и преисполнен алчности, это мешает ему обрести наследие на небесах. Скорее всего, он подвергнется Божьему наказанию за свой образ жизни. 6 стих. «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Сказано: «Никто да не обольщает вас пустыми словами». Здесь говорится об обмане, что якобы верующие могут продолжать вести греховный образ жизни, лишь бы только у них была вера. Некоторые думают, что верующий в Иисуса человек может оставаться сексуально развращенным, нечистым и алчным, сквернословить и пустословить. Это обман. Конечно, верующие не попадают в ад за то, что грешат, но согрешая, верующие получают наказание от Бога. Когда они грешат, Бог дисциплинирует их. Но души верующих возрождены, и поэтому они будут спасены. Верующие спасены, но Бог наказывает их за совершенные грехи. Когда они грешат, они удаляются от Бога. Их молитвы становятся пустыми и безжизненными. В их сердце нет ни мира, ни покоя. В результате Божьего наказания у одних верующих может пострадать бизнес, у других могут пострадать дети, у третьих – здоровье. Когда верующие грешат, Бог дисциплинирует их. Но верующие рождены свыше, и поэтому они будут спасены. Стих 7. «Итак, не будьте сообщниками их». Мы не должны быть сообщниками тех, кто нечист, развращен, говорит то, что не пристало, и надсмехается над другими людьми. Как верующие, мы должны поступать, руководствуясь любовью. Второй пункт нашей лекции – «Живите во свете». Стихи с 8 по 14. Стих 8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Некогда мы жили в духовной тьме, под этой фразой подразумевается смерть. Но теперь мы живем в Божьем свете, через веру в Иисуса Христа. Поэтому мы должны жить, как дети света. Мы повсюду распространяем свет своими поступками. Мы должны воздавать Господу всю славу. В 9 стихе говорится о плоде света. Плод света состоит во всей благости, праведности,
истине. Те, кто живут во свете, должны приносить плод света. Во второй части 9 стиха в качестве плода упоминаются три вещи – благость, праведность и истина. Мы должны делать благие вещи, созидать праведность и приносить плод истины. В нашей жизни должны проявляться благость, праведность и истина, как плод света. Стих 10. Испытывайте, что благоугодно Богу. Здесь сказано: испытывайте, что благоугодно Богу. В книге Второзакония, 6 главе 16 стихе написано: «Не искушайте Господа Бога вашего». Нам дается повеление не искушать Господа Бога. Что это значит? В контексте книги Второзакония 6 главы испытывать означает задавать вопросы: с нами ли Бог или нет? Сделает ли Бог что-то или нет? В данном случае испытывать Бога означает сомневаться в Нем. Сомнение является неверием. Сомнение в Боге – это грех. В 10 стихе мы видим, что угодно Богу. Что нам следует делать, чтобы угодить Богу? Мы должны стремиться понять Его благую и угодную волю. Существует 5 способов познать Божью волю. Первый способ познать Божью волю – искать ее в Библии. Читая Писание, мы обнаружим, в чем заключается Божья воля. Второй способ узнать Божью волю – использовать нашу веру. Мы не можем действовать, поступая против своей совести. Третий способ узнать Божью волю – получить вдохновение Святого Духа. Святой Дух является Духом истины, и Он наставляет нас на всякую истину. Но если это вдохновение не согласуется с Библией, неважно, каким бы великим оно нам ни казалось, это вдохновение пришло не от Святого Духа. Мы можем узнать Божью волю через вдохновение Святого Духа. Четвертый способ познать, в чем заключается Божья воля, посредством Божьего провидения. Когда мы видим, что в результате Божьего водительства то, что мы делаем для Бога, получается хорошо, мы понимаем, что это и есть воля Господа. И, наконец, пятый способ познать Божью волю – использовать наш религиозный опыт. Мы можем понять, в чем заключается Божья воля посредством нашего религиозного опыта. Нам нужно жить по вере, потому что это угодно Богу. 11 стих. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». В этом стихе говорится о необходимости избавиться от бесплодных дел тьмы и жить верой, которая приносит плоды. Нам следует жить, принося плод света и плоды Святого Духа. Дела тьмы – это невоздержанность, сексуальная безнравственность и пьянство. Нам необходимо избавляться от этих грехов. Мы не только не должны принимать участие в подобных делах, но должны еще и обличать тех, кто в них участвует.
Однажды пастор захотел выпить спиртного и отправился в бар, расположенный в одном из темных переулков. Зайдя внутрь, он увидел старейшину из своей церкви, распивавшего алкогольные напитки. «Добро пожаловать, пастор! Выпейте стаканчик!» – предложил тот, и они выпили. Они сидели и пили, согрешая вместе. Мы не должны быть соучастниками в делах тьмы. Богу угодно, когда мы обличаем согрешающих. Стих 12. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Неверующие грешат в тайне, но то, что они делают, постыдно. Когда мы грешим, мы делаем это тайно, но наш позор не сокрыт от Бога. Когда ребенок делает уроки за закрытой дверью, возможно, он думает: «Вот открыла бы моя мама дверь и увидела бы меня за занятиями». Но если он закрывает дверь и занимается чем-то постыдным, он думает: «Я надеюсь, мама не войдет». Когда мы делаем дела веры, нам нечего стыдиться перед Богом. А дела тьмы являются постыдными и перед Богом, и перед людьми. Стих 13. «Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть». Если человек согрешит, и его грехи обнаружатся, он покается и вновь будет жить во свете. Исповедуя свои грехи, мы можем избавляться от дел тьмы и жить во свете. Исповедуя свои грехи и каясь в них, мы сможем глубже переживать Божью благодать. Когда Бог спасает нас и прощает нам все грехи, наши сердца переполняет благодарность. То же самое происходит и когда человек открывает и исповедует свои грехи и снова правильно встает перед Богом. Но люди, грехи которых не вынесены на свет, продолжают жить в грехе и в конечном счете будут осуждены. Поэтому мы можем быть благодарны тем, кто обличает и упрекает нас за наши грехи. Бог показывает нам наши грехи через других людей. Однажды Господь обличил грех Валаама, проговорив к нему через ослицу. Иногда Бог лично упрекает нас за грехи. Святой Дух обличает нас через нашу совесть, посредством чувства вины, а иногда проговаривает к нам устами маленьких детей. Когда мы принимаем обличение с открытым сердцем, в нашу жизнь приходит свет. Нам следует принимать упреки с правильным отношением сердца. Стих 14. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Здесь сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». Мы, верующие, являемся людьми, которые спят днем, а неверующие люди – это те, кто спят ночью. Дело в том, что мы, верующие, живем во свете и принадлежим дню. Даже если мы спим днем, потому что мы принадлежим дню. Это значит, что наш дух спит. Дух не мертв, но спит. Наши чувства отключены во сне. Поэтому этот стих говорит, что дух должен встать. Здесь говорится о необходимости пробудиться и, отвернувшись от плотского образа жизни,
вернуться к жизни по духу. Когда мы, верующие, бодрствуем, через нас ярко светит свет, и мы живем по духу и ходим с Богом. Мы можем победить дьявола, ходя во свете. Если верующие спят, они не могут победить дьявола и живут и поступают неправильно. Этот стих призывает спящий дух встать, то есть пробудиться. И тогда Христос может светить через бодрствующего верующего. Мы должны жить во свете и жить по духу. Для того, чтобы нам бодрствовать в вере, нам следует покаяться. Затем мы должны взыскать Бога всем сердцем. И тогда мы будем вместе с Иисусом. Мы должны быть послушными Его воле. Давайте перейдем к третьему пункту. Поступайте мудро. Стихи с 15 по 21. Стих 15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Здесь сказано, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. В Евангелии от Матфея, 10 главе, 16 стихе, написано, что мы должны быть мудрыми, как змеи. Что это значит? Адам и Ева вкусили запретный плод и согрешили. Они поддались искушению змея и пали. Но змей не смог бы их искусить своей собственной мудростью. Он искусил их мудростью, пришедшей к нему извне. Змей искусил их мудростью, полученной от дьявола. Поэтому фраза «будьте мудры, как змеи» означает, что мы не должны быть мудрыми своей человеческой мудростью. Нам следует использовать мудрость Божью. Этот стих говорит о духовной мудрости, которая приобретается посредством Божьего Слова и действия Святого Духа. Мудрость дьявола превосходит человеческую мудрость. Верующие не могут противопоставить свою человеческую мудрость мудрости дьявола. Чтобы быть мудрее дьявола, нам нужна мудрость, сходящая свыше, от Бога. Нам необходима мудрость Божьего Слова и действия Святого Духа. Стих 16. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Верующие должны с максимальной пользой использовать все возможности. Нам нужна истинная, правильная вера. В последние времена в мире появляется все больше нечестия. Грех становится все более и более доступным. Нам необходимо с максимальной пользой использовать все возможности и укреплять свою веру. В последние времена мир все больше погружается в секуляризм, гедонизм и реализм. Если мы не будем правильно использовать свои возможности, мы не сможем сохранить истинную веру в Бога. Стих 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Здесь сказано, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья.
Если слуга усердно работал, делая какое-то дело, но это дело не было волей его господина, то он потратил свое время и усилия впустую. Выполненная им работа не имеет смысла, потому что она не соответствует воле его господина. Если строители построили дом, не соответствующий проекту, их работа тщетна. Вот почему невозможно переоценить правильное понимание истины. Все, что делается без правильного понимания истины, не имеет смысла. Мы должны верно понимать истину и строить духовный храм на прочном основании. Все дела нашей жизни могут оказаться тщетными, если они не будут совершаться в соответствии с Библией. Вот почему нам необходимо знать волю Господа. Мудр тот, кто понимает Божью волю. Нам необходимо правильное понимание этого вопроса. Мы должны быть мудрыми верующими. Стих 18. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Вместо того, чтобы упиваться вином, нам нужно исполняться Святым Духом. Верующие не должны употреблять спиртные напитки. В Библии есть множество стихов на эту тему. Есть верующие, которые утверждают, что можно выпивать, но не следует напиваться. Именно так они толкуют фразу «не упивайтесь вином». Есть люди, которые пьянеют, выпив полбутылки спиртного. Сначала они выпивают немного, затем еще чуть-чуть, и, продолжая пить, они в конце концов пьянеют. Этот стих также говорит о том, что не следует увлекаться и опьяняться этим миром. В книге Откровения, 17 главе, в стихах со 2 по 5, говорится о том, что живущие на земле упивались вином матери блудниц. Здесь говорится о тех, кто упивается миром. Пьянство приводит людей к распутству. Мы не должны вести распутный образ жизни. Напротив, нам следует быть исполненными Духа Святого. Исполняться Духом значит жить под властью и водительством Духа Святого. Это значит быть ведомыми Словом Божьим. Быть исполненным Святого Духа значит быть переполненным истиной и любовью. Стих 19. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Сказано, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными. Здесь духовное песнопение – это песни, которые поет Богу наш возрожденный дух. Когда мы воспеваем духовные песнопения, наш возрожденный дух прославляет Бога, и хвала возносится к Его престолу. Стихи 20-21. «Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы должны непрестанно благодарить нашего Небесного Отца. Слова ропота, жалоб и обвинений принадлежат сатане. В Господе всегда можно найти повод, чтобы радоваться и благодарить. Этот стих говорит нам о необходимости всегда благодарить Бога Отца во имя Иисуса Христа. Мы должны благодарить Иисуса за наше спасение. Мы должны верить, что все будет содействовать нам ко благу и быть благодарными Ему. Во второй части стиха сказано, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Мы должны повиноваться друг другу и учиться служить друг другу. Иисус сказал, что Он пришел на землю не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить другим. Мы, верующие, должны с готовностью служить друг другу. На этом мы заканчиваем 6-ю лекцию
По теме послание апостола Павла из темницы. Спасибо.